И всем здорово, с вами Антромер, сегодня четверг, и это значит, что в нашей любимой GTA Online начнется или уже началась новая неделя бонусов и скидок, на которую мы с вами сегодня и посмотрим. Как всегда, неделю слили, я специально для вас делаю обзор заранее, где-то за час, за полтора до выхода недели в самой игре. Эта неделя у нас получилась вот прям жирной, приурочена она к десятилетию GTA 5. Да-да, уже на этой неделе GTA 5 исполняется целых 10 лет. Но более подробно мы посмотрим дальше в видео, и как всегда пара слов о спонсоре. Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость, тогда загляните в группу к Фасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой, гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей, будь то PlayStation 4, 5 и Xbox Series XS. В общем, ссылочку на группу я оставлю в описании под этим видео. Ну и конечно же, по традиции, начнем с халявы этой недели. На подиуме казино всю неделю будет стоять Йенус Дейти. Она никакая не эксклюзивная, стоимость данной машинки составляет 1 846 000 зелени. Сама по себе машинка выглядит дорого-богато, можно даже сказать, что это четырехдверная версия Paragon R. В целом машинка хорошая, на халяву она явно лишней не будет. Рекомендую вам заглянуть сюда на неделе и выбить ее. Но если кто-то смог ее выбить, напишите в комментариях тайминг на машину, так вы поможете получить ее другим людям. Таким людям огромный респект. Далее, не отходя от халявы, на этой неделе на подиуме в автоклубе у нас будет стоять Максов Вагрант с уникальной раскраской Santa Capra Coins. И чтобы его получить, нужно занять топ-2 места в серии гонок автоклуба 2 дня подряд. Машинка хорошая для внедорожья, но не более. Честно, как-либо заморачиваться ради нее я бы не стал. Она сама по себе какая-то тухлая, да и с ее кузовом вас раскатают только так. Но все же, если вы хотите ее себе, то условие не такое уж и сложное. Просто берем с собой другалька, создаем лобби серии автоклуба и катаем так по очереди друг другу, и у вас у обоих будет эта машинка. Но, как я сказал ранее, заморачиваться ради нее я бы не стал. Далее, на тестовой трассе на этой неделе нас будет ждать следующий транспорт. Pegassi Osiris, Pegassi Zentorna и Progen T20. И это прям какое-то жирное комбо от Rockstar надристали легендарными машинками. Абсолютно все эти тачки я вам рекомендую пощупать и посмотреть, и по возможности купить, если у вас их вдруг не имеется. Да, может они и старые, да, может они уступают каким-то там новым машинкам из новых обновлений. Но все же это классика GTA Online, которая должна быть у каждого уважающего себя игрока мира GTA Online. В общем и целом, я вам рекомендую сюда как минимум заглянуть на этой неделе, а как максимум купить эти тачки, если опять же у вас их по каким-то причинам нет. Вот за тестовую трассу разработчикам реально отдельный респект. Далее, в автосалоне Симона на этой неделе нас будет ждать следующий транспорт. Bravada Buffalo S, Bravada Hot Rod Hellfire, Canis Body, OB9F и OB Tailgater. И да, у нас это все машины главных героев из сюжетного режима GTA 5. Что тут стоит сказать? Конечно, сразу респект Rockstar за то, что они реально красиво так вписали эти машины. Также нам добавили последнюю машину из капельной подачи, а именно Bravada Hot Rod Hellfire. И да, это у нас последняя новая тачка перед выходом зимнего обновления. Вдобавок к этому, абсолютно все эти машины в автосалоне Симона, кроме нового Hot Rod, конечно же, на этой неделе являются эксклюзивными, которые в свою очередь вы не сможете купить на сайтах, а только тут и только на этой неделе. Так как неделя еще попросту не вышла, я смею предположить, что раскраски этих машин будут точно такими же, как у главных героев в сюжетном режиме. Очень интересно Кокстер придумали, в общем, заглядывайте сюда, тачки эксклюзивные, думаю, можно себе собрать некую коллекцию. Далее, в автосалоне Luxury Autos на этой неделе вас будут ждать следующие две тачки. Bravada Buffalo EVX и OB10F. Обе эти тачки хорошие, каждая стоит своего внимания. На Buffalo вон так вообще можно влепить модификацию от Imania. Помимо этого, их не убирали из продажи на сайтах, их все так же можно по-прежнему легально купить. Если вы вдруг хотели какую-то из этих тачек, то заглядывайте сюда. Теперь мы с вами переходим к вкусностям этой недели, а именно к выплатам. И тут у нас получилась очень интересная ситуация. Четырехкратные выплаты же
наборов ИРП у нас действуют на задание от Ламара, задание от Тревора и задание серии сообщества. Тройные выплаты жетодолларов ИРП у нас действуют на противоборство «Выходи поиграть». И двойные выплаты жетодолларов ИРП у нас действуют на задание «Утечка данных», VIP-контракт ДРЭ и продажа товара со склада ангара. Во-первых, стоит начать с того, что четырехкратные выплаты на моей памяти — это очень-очень большая редкость для GTA Online. Но есть еще одно «но». Они действуют лишь на задания, на которых платят буквально копейки. С такими выплатами, скорее всего, мы будем получать такую же сумму, как за какие-либо противоборства при обычных выплатах. Так что вроде эта выплата есть, а вроде как ее и нет. Разницы тут вообще никакой. Еще у нас действуют одновременно двойные выплаты на две недвижимости в GTA Online. А именно на контракт ДРЭ на ангар. Что там, с такими выплатами вы можете зафармиться до усрачки на этой неделе. На моей памяти, чтобы вот так были двойные выплаты на несколько недвижимостей, такого еще никогда не было в игре. И в плане фарма Rockstar опять очень сильно удивили. Так что фармите на этой неделе на здоровье, ведь бабок можно поднять реально много. С того же ангара до 6 лямов можно вынести спокойно. А за вечер еще это все дело полирнуть контрактом ДРЭ. Далее мы с вами переходим к скидочкам этой недели, и они тут тоже весьма вкусные. Скидка в 50% у нас действует на агентство, их улучшение модификации, улучшение имани и мерч Record A Studios. И скидка в 40% у нас действует на абсолютно все гаражи: Bravada Buffalo EVX, Bravada Buffalo STX, OB10F, Pegasia Series, Pegasia Zentorna и Progen T20. Согласитесь, что все скидки на этой неделе годные, какого-либо бесполезного кала тут нет. К счастью, и тут Кокстер не обосрались, а подошли к скидкам со вкусом. Абсолютно все вещи я вам рекомендую посмотреть, пощупать в тех же автосалонах и прикупить, если у вас этого не имеется. Особенно агентство с такой жирной скидкой в 50% я вам крайне рекомендую взять на этой неделе. И заключительное, что есть на этой неделе, это бонусные шмотки, приуроченные к десятилетию игры. А именно, в честь юбилея игры за вход на этой неделе вы получите некоторые костюмы главных героев GTA 5 и раскраски на оружие. Франклин — костюм The Homie, раскраска Employee of the Month для УЗИ. Майкл — костюм The Retired Criminal и раскраска Sidebugs для автоматической винтовки. Тревор — костюм The Group и раскраска Uncle T для RPG. Честно, я не знаю, нужен ли будет VPN для получения этих шмоток, но выглядят они зачетно. Так как у нас это награды за вход в игру, скорее всего, они будут разблокироваться сразу после входа. Но все же, когда неделя выйдет или вы посмотрите этот ролик чуть позже, напишите в комментариях, дали вам шмотки или нет. Таким образом, вы принесете огромную пользу для других смотрящих, а также для аналитики. Ну а на этом все. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то полезен и интересен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Пиши, как тебе неделя в комментариях, ведь все комментарии я читаю, на них же отвечаю. За последнее время, даже для десятилетия, эта неделя вот прям хорошая. Теперь все, что нам осталось, это ждать анонса GTA 6. Все полезные ссылки ты, как всегда, можешь найти в описании. Ну а с вами был Антрамер, всем удачи и всем пока-пока. Но если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть еще вот эти вот ролики.